бросать, yeah, хорошо? Yeah, yeah. Шайбу играем. Play puck. Play puck, окей? Нести. Don't move, окей? Don't move, guys! Первую домашнюю встречу с минским «Динамо», на всякий случай 26-й командой минувшего сезона, пришли 13 178 человек. Это весомая заявка на то, чтобы существенно превзойти прошлогодний показатель средней посещаемости – 9 252 зрителя на матч. А может, чем черт не шутит, замахнуться на пока недосягаемое достижение 16-летней давности – 12 232 зрителя. Наив! Спокойненько, я сразу не буду бросать, руку покажу, а хорошо? Да, двигаться потом. Слышишь? Мы спали, слышишь? Я не вижу, что слышишь? Да, да. Спокойно, ставишь клюшку. Стик, подай, don't move, окей? Don't move. Стик. Easy, стик. You. Смотреть хоккей в атмосфере аншлага под аккомпанемент организованного боления внушительной по размерам фанатской торсиды – это удовольствие. Финны – одни из самых громких болельщиков в мире. И когда 13-тысячная армада празднует гол любимой команды, от шума закладывает уши.